официальный представитель МВД России Андрей Перепчук. Сотрудниками управления К МВД России совместно с коллегами из Москвы задержан подозреваемый в организации сетевых атак на ресурсы крупных российских компаний. Этот злоумышленник действовал от имени одной из хакерских группировок. И среди потерпевших его были крупные банки, сайты информагентств, печатных изданий и телекоммуникационных компаний. За прекращение сетевой атаки этот злоумышленник, как правило, требовал $1000 США. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность этого хакера и провели его задержание. Им оказался 19-летний студент факультета информационной безопасности, проживающий на территории Самарской области. В ходе проведения обыска по месту его жительства были обнаружены и изъяты компьютерная техника, носители информации и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.